Кировский арбитражный суд сегодня в очередной раз рассматривал дело о строительстве мусорного полигона в Осинцах. Напомню, что процесс длится с апреля. Сегодня представители ответчика, это центральный полигон, предложили отложить дело на 2 недели, аргументируя это тем, что до сих пор не принято решение по ряду вопросов, без которых невозможно судебное слушание. Представители истца, Кировский клуб, аэроклуб, отклонили ходатайство и заявили, что пора ставить точку в этом процессе. Времени прошло достаточно, а документов, подтверждающих позицию об отложении дела, представители ответчика не предоставили. С 25 августа времени не было, а сейчас 2 недели, за 2 недели что-то решится. Мы категорически против, мы нуждаем суд, считаем, что в данном случае идет затягивание рассмотрения дела, которое находится в производстве арбитражного суда с апреля 2018 года. И данные доводы уже являются необоснованными. У нас материалы дела представлены, собраны все доказательства, ни о каких иных новых не заявляется, и переговоры по сути не ведутся.